Всем привет! Сегодня новая рубрика «Постройки на телефоне». Сегодня мы построим VR Mesh. Сейчас я вам расскажу, что он умеет. Первое, он умеет задвигать и раздвигать руки. Еще он может подниматься вверх и крутиться на месте. Еще он может вращать левой и правой рукой. И еще он умеет хватать блоки. Время туториала. На небольшой высоте строим титановую платформу 4 на 4 блока. По центру ставим 2 поршня и 1 плоское колесо. Наверху строим пластиковую платформу 4 на 4 блока. Превратим этот квадрат в куб. Сверху у крыши отключаем коллизию. По бокам ставим плоские колеса и строим руки. Здесь ставим по одному поршню. Ставим блоки и начинаем строить кисти. У всех механизмов прозрачность ставим на 100%.
У колес крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 2. Расширяем нижнюю платформу и добавляем колеса. У всех нижних механизмов, кроме колес, отключаем коллизию. А у плоского колеса крутящий момент ставим на зеленый и скорость на 3. Теперь привязка, ставим кнопку. И еще на голове тоже ставим 2 кнопки. Эти кнопки нужно привязать к магнитам. Ставим еще 2 кнопки. Первую кнопку привяжем к двум поршням на руках. Вторую кнопку привяжем к поршням внизу. Теперь ставим 2 круглых кнопки. Их привязываем к колесам на руках. Еще одну круглую кнопку привяжем к нижнему колесу. Отвязываем 4 нижних колеса от первой кнопки. Теперь внутри робота ставим кресло водителя. Готово, сохраняем. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс, всем пока!